такое любовь? Это любовь. Это когда ты скучаешь без него ночами, я не знаю, что еще сказать. Что такое вера? Вера – это когда человек во что-то верит. Ты сама веришь во что-то? Да, конечно. Верю в себя, верю вообще в то, что возможно счастье, любовь. Верю в себя – это как? Ну, что, несмотря на все мои совершенные ошибки, я все-таки, наверное, смогу добиться своей цели поставленной. Кто-нибудь еще здесь верит в себя? Я верю в себя. Конечно. Все верят в себя. Так иначе. Что такое надежда? Это когда я надеюсь. На что? Ну, на кого-то. На себя надеюсь, на свой ум великий очень. Девчонки, стоит верить? Да, конечно. Стоит любить? Да. Естественно. Стоит надеяться? Конечно, обязательно. Надейтесь, верьте, любите. С вами была Лара Шум.